Марсело Альварес, Альберто Мастромари и Анна Пироци, бриллианты мирового оперного искусства в Астане. В столице состоялась блистательная премьера уникальной оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Впервые это произведение поставили на сцене Рима более века назад. А накануне итальянский театр «Ла Скала» совместно с солистами нашего театра «Астана Опера» представил оригинальную постановку казахстанской публики. Моя коллега Айсулу Кусаинова погрузилась в пучину итальянских страстей, жарких споров, коварных интриг и великой любви. Это тот момент, когда минуты тянутся медленно. Публика, пришедшая насладиться звучанием лучших голосов мировой оперы, с нетерпением поглядывает на стрелки часов. С минуты на минуту на сцене начнется действо. Итальянская опера «Тоска» из «Сокровищницы высокого искусства» перенесет своих зрителей в Рим 19 века. А пока публика томится в ожидании, звезды завершают последние приготовления к выходу. Костюмы надеты, макияж наложен. Бархатные голоса в тысячный раз берут высокие ноты. А вот и занавес. Опера, снискавшая любовь зрителей разных стран, началась. Флория Тоска – главная героиня произведения, яркая, страстная, блистательная певица Рима, влюблена и любима талантливым художником Марио Каварадосси. Их чувство, переплетенное ревностью и ядовитыми интригами, пронизывает каждый нерв зрителей, оставляя их в напряжении до последней секунды постановки. Они показывают нам эталон пения, как надо петь. Альварес это является одним из самых красивейших голосов теноров в мире, я в этом ни в коем не сомневаюсь. И она дает нам, как бы, молодежи, мы как бы тянемся к ним. Работая с ним рядом, для нас это очень приятно. Понимаете, мы чувствуем этот уровень, высочайший уровень, как они работают. По мнению самих оперных звезд, казахстанские солисты также превосходно выполнили свои роли. Опера «Тоска» – произведение, которое я всегда исполняю с удовольствием. Тем более, что и мне нравится работать с вашими артистами. Они большие молодцы. И не только солисты, но и оркестр, и хор. Они просто великолепны. Конечно, творческому составу театра еще много над чем предстоит поработать. Для этого есть весь потенциал. Здесь каждый живет огромным желанием трудиться и совершенствоваться. Тем более, что и сам театр не просто прекрасен, он еще и технически хорошо оборудован. До слез. Мурашки по коже до слез. Очень хорошо показана ревность женщины. То есть это то, что очень удивляет, что и много столетий назад у людей были те же самые переживания, что и сейчас. Кстати, сценические декорации и костюмы, много лет принадлежавшие миланскому «Ла Скала», отныне во владении нашего театра «Астана Опера». Казахстан приобрел эти уникальные вещи. Айсулу Кусаинова, Омирбек Изимов, «Астана».